конце марта в спортивном комплексе «Юбилейный» баскетбольный клуб «Тверь» совместно со спортивной школой Олимпийского резерва по игровым видам спорта организовали впервые спортивные соревнования для своих самых маленьких воспитанников под названием «Баскетбол, мой друг». Одно из основных направлений баскетбольного клуба «Тверь» – это развитие детского спорта. Именно поэтому тренер баскетбольного клуба «Тверь» Алексей Оленкевич работает не только с молодежными сборными, но и набрал совсем юных спортсменов. Одно из его условий работы здесь было то, что он, естественно, начнет работать и с маленькими детишками. Тренерский состав ГБУ «Шор» по игровым видам спорта и баскетбольный клуб «Тверь» решили подарить ребятам самый настоящий праздник, а также заряд положительных эмоций. Для этого и была организована эта эстафета. В соревнованиях приняло участие три команды юношей 2008 и 2009 годов рождения. Две команды ГБУ «Шор» по игровым видам спорта и один коллектив городской спортивной школы «Лидер». Такие мероприятия, они, играют ключевой характер и, несомненно, важны в жизни каждого ребенка и развития в целом, да, чтобы ребенок мог и проявить и себя, и в соревновательной деятельности, и уже в командных состязаниях почувствовать плечо своего партнера. Ну и, конечно же, чтобы родители смогли увидеть не только на тренировке свое дитё, свое чадо, но и уже посмотреть, каких результатов он достиг. Особой радостью для детишек стал тот факт, что вместе с ними участие в спортивном празднике приняли игроки основной команды баскетбольного клуба «Тверь» и некоторые родители. Все ребята очень сильно старались и выкладывались по максимуму, ведь в зале сидели самые главные болельщики – это родители, которые, в свою очередь, всеми возможными способами поддерживали своих детишек. Я отдал своего ребенка на баскетбол, потому что считаю, что это очень хороший, замечательный командный вид спорта. Это спорт, который развивает действительно товарищество, взаимовыручку. Плюс это быстрая реакция, это высокие, красивые мужчины. Я хочу, чтобы вырос у меня такой настоящий, такой замечательный богатырь парень. Спасибо тренерам, спасибо организаторам за этот праздник. Вы знаете, вот праздник души. Было очень радостно, весело. За детей мы болели всей душой. И желаем их побед в дальнейшем. Наши дети заняли сегодня первое место. Большое спасибо сказать и выразить свою благодарность всем, кто принимал в этом участие, и в частности Дмитрию Максиму. Баскетбол – лучшая игра с мячом. Заветное первое место заняла команда спортивной школы «Лидер». В итоге все участники праздника получили памятные сувениры и подарки от спонсоров баскетбольного клуба «Тверь», АО «ДКС», Фонда развития культуры «Отчий дом» и группы компаний «Визард».